На мотоцикл, посмотри, вот они. Вот мотоцикл, да. Прекрасно. Вот так. Отбывать наказание на 30 суток, хотя не я, вот комендант будет арестован, это его дело. Да. Но я буду задерживать здесь любого, кто появится незаконно здесь, только проходит транспорт, единственный. Пусть проверяют. В другом направлении. Выполнение полностью пункты КПП. И дольше больше не больше ничего. Чтобы внутренние войска выполняли свои обязанности. Они это выполняют. Вот это. Чтобы какой-нибудь со стороны откуда-то либо не появлялся. Не знаю зачем. Они их не должны прийти. Раз мы договорились. Мы договорились. Дальше 12. 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 Давайте по два поставим. Солдаты не пустили. Вчера не пустили. Вчера лично должен распорядился не пускать сюда второго человека. Местный и нас его, если так вы считаете. Не пустил. Прибыла машина, прибыли люди, ни в коем случае не разрешили. Должен же лично, вот мне передал полковник, который задержали здесь и держали 2 часа. Вот, видите, все же используется как-то. Инфогник. Ага, вот они приятные водители. Там их ведутся, да? Там кто-то достигло. Значит, не хотят. Încearcă-i trimite să ne provoace. La depire trebuie să stăm în poziții noastre ferme. Deci pământul nostru nu trebuie să-l apărăm. Iată care-i situația. Însă o facem asta, cum ne-a chemat domnul Snegur, domnul Druc, fără sânge, fără... Iată care-i situația. Dacă nu o să înțeleagă oamenii ăsta de aici, dacă tot putem să numi așa, atunci să fim luate alte decizii. Dar astăzi noi trebuie să fim calmi. Trebuie să lucrăm pentru poporul și pentru pământul nostru. Dar așa cum trebuie. Cum am putut până acum, măi băieți. De acord sunteți? De acord. Noi mai am fost Vulcăneștiu, poate și ei ne-au uitat la Cedrul Lungul. Și mergem partea absolut două vertoluate, țintă lor oameni, țintă lor oameni, vedem cum se face. La ora 4 ne întâlnim în Cimișlie la statul major, ca să vedem care e problema. Eu mă gândesc pe părut, că stai da, până lui Calcaiu.
Здравствуйте, принцип генерал. Да, один генерал. Значит, в принципе, они ничего не предпринимали воинственного что-то. Идет речь о том, что действительно уже столько дней, там они у нас, и решили все-таки выехать в Кишинев. Цель одна. Мы решили. Да, да, да. Цель одна. Значит, что-то они решили, но в данном случае я, ну, я как посредник в этой деле. Да, да. Значит, было решено. Значит, подойти сюда, поговорить именно с теми руководящими органами, которые были, конечно. Здесь 53% молдаван. Да. Пока, хотя эти войска здесь находятся, они не выполняют ту роль, я не знаю, может быть, оценка я не буду, но в данном случае, значит, не ставлен триколор, который является, этот закон, на территории данного района и в Шату, на территории Молдавии. Только одно, триколор, что был на здании исполкома, и ничего здесь и дальше они продвинулись без никаких эксцессов. Это только условие было ставлено. Вот, К насаде коло, да? Это у меня.